диаконстве, о всем прищем людям Господу помолимся. Господи, помилуй. Да не сроди наши российские православных людей, и об Отечестве России, несущих о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Ради стране и веры живущих к ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. Ради спасения от духа, произошли плодов земных, в временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, для спасения и Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь от нас от всякой скорби, гнева и нужды, Господу. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувшие сами себе, друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Чудотворца, святых апостолов Мефодия и Кирилла, учителей славянских,
святаго благоверного князя Владимира и блаженной великой княгини российской Ольги и живосвятых отец наших, все России чудотворцев Михаила, Петра, Алексеона, Филиппа, Макария, Дмитрия, Митрофана, Тихона, Феодосия, Асафа, Ермогена, Петерима, Иннокентия, Иоанна, святых, славных, добропобедных мучеников, святаго славного великомученика Победоноса и чудотворца Георгия, святаго великомученика Исцелителя Пантелеймона, святые великомученицы Варвары, святых благоверных российских князей и страстотерцев Бориса, Глеба и Игоря, преподобных, богоносных отец наших, Антония, Феодосия и прочих чудотворцев Печерских, преподобных богоносных отец наших Сергия, Вымена Радонежского чудотворца, Серафима Саровского, чудотворца преподобного богоносного отца нашего Иова и Вымена чудотворца Почаевского, святаго священномученика Анфима, епископа Никомедийского, его же и память ныне совершаем, и святаго священномученика Климента, епископа Анкирского, святых праведных Богу Отец, Акимана и всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услышь от грешных молящихся Тебе и помилуй нас. Помиловать иных. Господи,
молимся, а еже услышите Господу Богу глас моления нас грешника и помилуйте нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, Спасителю нашу, повадим всех, ко всем земле и сущих в море далече, милости, милости, Боже, Владыка, грехов наших, и помилуй нас, милости, Боже, человека, любит Бог, и си тебе славу высылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Боже наш, молитвами все пречистые, Владычица нашей Богородицы, Преснодевы Марии, силы и честного Жицарящего Христа, Предстательцы честных небесных сил, бесплотных, честного, славного пророка, Претечей, Крестителя, Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, святых славных, добропобедных мучеников, и живосвятых отец наших и вселенских великих учителей, святителей Василия Великого Григория Богослова на Златоустого, и живо святых отца нашей Николая, архиепископа Меликийского, чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, и святых новомучеников и исповедников церкви российские, и святых, и святаго священномученика Анфима Никомедийской, Божию память ныне совершаем, святых праведный Бог Отец Иоаким Иоанн, и всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, дары нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крыло Твое, же нет на всякого врага и супостата в мире нашу жизнь. Господи, и мир Твой, и спаси душу нашу, яко благо человека любит. Кровью обогрев Твою священную одежду, крылся во святая святых. Свят Ты был в Анфиме славней, и я и всегда наслаждаюсь обожения, украшаемым мучением сии, мучением сияя, и ангел показуйся чистейшими причащении, тем Тебя чтим, любовью праздные, Твое священнейшее торжество, достоин блажения. Праведник, яко финик процветет, яко кедр, и же в Ливане умножится. Железом окован непретновенности зеушествовал и преподобник к небесному граду ведущую, честными руками, ранами Анфиме всему, где яко же утерем блаже, не Боже шил, шед, яко победитель истиннейший, и мученик и победим, и священный действенник священнейший. Поешися, ангелы, песнопение божественное чисто, свят, 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 Троица единосущная. Насаждение в дому Господне, во дворе Бога нашего процветут. Восходный степень, церковь стяжа, священная Твоя, подвиги священномученича Анфиме, юже и хранившая незыблемую и ненаведную от волков державны, проповедующие доблести Твоя и величающие Твои страдания, яко за Христа законно пострадал, еси блажение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Церковь Небесную священно ушел, еси священно обливаем блажение кровью, и Троице престолившей Бога одно, сияя оттуда же блистание, истекающими прибогайте тем же дней, Анфиме Твою память святоносно совершающая, чувстве души просвещаем. И ныне присно, и во веки веков. Аминь. Призрено моление Твое, Твоих раб синепорочное, утоляющее лютое на него восстание, всякие скорби нас изменяющие, Тябо едино твердое, известное утверждение мамы, и Твое предстательство стяжа, Твое предстательство стяжаком, да не постыдимся, Владычице, Тя призывающие, очистимо моление Тебе вино пьющее. Радуйся, Владычице, всех помощи, радости и покроя, и спасения душ наших. Слава любви Твоих
Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Твоей Сильной и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыку прости беззаконие наше. Святые посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твоей Сильной и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство, сила и слава Отца и Сына, и Святаго Духа на небесе, и во веки веков. Ибо числа мои полны воспалениями, нет целого места плоти моей.
Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу о терзании сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхания мои не сокрыты от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила мне сила моя, и свет очей моих и того нет у меня. Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души мои ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей. Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресные во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидит пред лице Твоя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитый, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподнего, мрак, бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратителем для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое стомилось от горести. Весь день я взывал тебе, Господи, простирал тебе руки мои. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или во гробе будет возвещаема милость твоя, истина твоя, вместительнее? Разве во мраке познаем чудеса твои, и в земле забвение правду твою? Но я к тебе, Господи, взываю, и рано утро молитва моя предваряет тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лице твое от меня? Я несчастьем истаиваюсь юности, несу ужас и изнемогаю. Надо мною прошла ярость твоя, устрашение твои сокрушили меня. Всякий день окружает меня, как вода облегает меня все вместе. Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай все благодеяния Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным, Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилю дела Свои. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Чудотворением озаряющие концы, Отче преподобные, Христа Бога моли, даровать нам вели милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Божественная скиния была и си слово, единопречистая Дева Мати, чистотою ангелы, превошедшая, паче всех меня перс бывша. Осквернена плотскими прегрешениями, очисти молитвой их божественными водами, подающей чистое верию милость.
и паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Поступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Благословися имя Твое, прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веку. Аминь. Покормляем силою вседетельною, и ветрилом окрыляем крестным, легко преплылась и житейскую бурю, и к божественным пристанищам воистину достиглась и добродетели куплю много стяжав, юже владыцы всех принеслась и еже благие рабе слышалась и сим проследующе, тем же священномученичам в имя блажения, моли Христа Бога, грехов оставления подати, чтущим любовью святую память Твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На пасти многоплетенный впад, от враг видимых и невидимых, бурю одержим, бесчисленных согрешений моих. И я, как теплому защищению и покрову моему, чистая, пристанищу притекаю Твоей благости, тем же пречистая из Тебе воплощенному бессемена молися, прилежно о всех рабех Твоих, непрестанно молящийся Тебе, Богородице пречистая, молящий Его присно, согрешение оставления даровать и воспевающим достойно славу Твою. Господь, есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет,
и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящая волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Слава тебе, Господи, слава тебе.
Пресвятая Богородица, спаси нас, Христа Вышнего Царя, о, радуйся, непоколебимая, чистая, и душевленная плата, радуйся, Великая, радуйся Тобою нерушим, наш брат сохраняется. Пресвятая Богородица, спаси нас, вместите его же невозможно тварь, во утробу неискусобрачную Легитрия девице, телесно вместила иси, тем же те радуйся поем, подолгу величающе. Святый священномученичи Анфим, моли Бога о нас, явился иси священномученик, священнодействует первое преподобнее избавителем. Вот он же, яко жертву себе, самого священнодействовал иси. Святый священномученичи Анфим, моли Бога о нас, был иси не наемник, но вернейший пастырь преподобнее. Твою кровь проливай боголюбезни за стадо Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дашь нам помощь мольбами Твоими пречистая, прилоги отревающие лютых обстояний. Почему, говорит, вас Бог вроде бы не оградил, не охранил, болезнь постигает? И вот я могу, говорит, указать вашей любви 8 причин всякого рода и вида бедствия святых. Итак, первое состоит в том, что Бог попускает им терпеть беды, чтобы они вследствие величия своих заслуг и чудес не впадали скоро в гордость. Второе, в том, чтобы другие не думали о них больше, чем свойственно человеческой природе, и не полагали, будто они боги, а не люди. Третье. Чтобы сила Божия являлась могущественной, побеждающей и умножающей проповедь через людей слабых и связываемых узами. И четвертое.
чтобы яснее обнаружилось терпение их самих как людей, которые служат Богу не из-за награды, а являют такое благомыслие, что и после великих бедствий обнаруживают чистую любовь к Нему. Пятое. Чтобы мы любомудрствовали о воскресении. В самом деле, когда ты увидишь, что муж, праведный, исполненный великой добродетели, терпит без конца бедствия, так и уходит из этого мира, но ты невольно вынужден будешь подумать о тамошнем суде, потому что если люди не дозволяют трудящимся за них уйти без награды и воздаяния, то гораздо больше Бог не захочет когда-нибудь отпустить неувенчанными тех, кто столько потрудился. А если Он никогда не захочет лишить их воздаяния за труды их, то необходимо должно быть какое-нибудь время после здешней смерти, в которое они получат воздаяние за здешние труды. Шестая причина в том, чтобы все подвергающиеся несчастьям имели достаточное утешение и облегчение, взирая на них и помня о случившихся с ними бедствиях. Седьмая причина. Чтобы когда мы призываем вас подражать добродетели их, и каждому из вас говорим: подражай Павлу и соревнуй Петру, вы по причине чрезмерной высоты заслуг не подумали, что они бы были людьми иной природы и не отказались боязливо от подражания. Восьмая причина. Чтобы когда нужно ублажать и сожалеть, мы знали, кого нужно почитать блаженными, а кого жалкими и несчастными. Аминь. Завтра 8 часов, как всегда, у нас начало молитвы. Если угодно будет Господу, живы будут здоровы, как предполагалось, у нас будет завтра на богослужении Пресвященнейший Владыка Сергий. Храни всех Господь.